кто такой Дедушка Мороз? Это волшебник, который ездит на тройке лошадей. Дед Мороз – это дедушка, который разносит подарки, делает чудеса. Можно пойти на каток, и можно кататься на санках, на лыжах, на ватрушках, на снегоходах. И Дед Мороз разносит подарки, делает чудеса. Это дедушка, который приносит всем подарки. Это дедушка, который разносит Новый год всем детям подарки и взрослым. Где родился Дедушка Мороз? Там бывает снег, лед, снежинки падают, можно делать снеговика, крепость, снежную горку. Можно сделать сначала убрать весь снег, а потом сделать лед. В Вологодской области, в Великом Устюге. Он живет в лесу, в тереме. Сказать, на север полюсе. Мороз родился в Великом Устюге. Я хочу его поздравить с днем рождения. Я хочу пожелать, чтобы он к нам пришел в гости. Вместе, чтобы пришел со своим помощником. Кто помощники у Дедушки Мороза? Снегурочка, снеговички, ворона, снеговик, нашего Деда Мороза, помощник, и Снегурочка, да. Они помогают разводить Деду Морозу подарки. Снегурочка, снеговик. Ждешь ли ты Новый год и почему? Да, я жду Новый год, потому что там елку украшать. И это самый волшебный праздник. Мне даже до 14 дают спать. Потому что там подарки, можно нарядить елку. Потому что можно получить подарки, и будут чудеса и салюты. И можно сходить на каток.